прошедшие выходные в северном дворе Нарвского замка кузнецы смогли показать свое мастерство. В наш город приехали мастера со всей Эстонии, а также из-за рубежа, чтобы продемонстрировать свое искусство на фестивале «Ковка в стиле барокко». В субботу, 22 мая, в Нарвском замке на первом этаже башни «Длинный Герман» открылась выставка работ учащихся отделения кузнечного дела Ванна Вигаласской школы техники и обслуживания «Вигаласское железо 6». На выставке представлены дипломные работы выпускников последних лет. Главная цель выставки – это представить кузнечное дело как одну из древнейших профессий, а также показать способы воплощения художественного образа. Посетители выставки могут ознакомиться с возможностями обучения в Ванновигаласской школе техники и обслуживания в Раплама. Выставка будет открыта до 20 сентября. Выставка была открыта в рамках фестиваля, в котором приняли участие 25 кузнецов из Эстонии, Финляндии, Швеции и Литвы. К сожалению, участие в мероприятии не смогли принять кузнецы из России, так как в это время они отправились на большой кузнечный фестиваль, который проходил в Москве. Ежегодно во время фестиваля кузнецы куют что-нибудь для Нарвского замка. Например, в прошлом году они изготовили ограду вокруг площадки для флага. В этом году кузнецы преподнесли Нарвскому замку дверные петли. Кузнецы из Эстонии и из-за рубежа обменялись опытом, поделились секретами мастерства со всеми желающими. Посетители фестиваля своими глазами смогли увидеть рождение изделий. Фестиваль «Ковка в стиле барокко» стал первым мероприятием, которое открыло летний сезон в северном дворе Нарвского замка. Тематика замка связана со шведским периодом в истории города Нарвы. Посетив северный двор летом, можно познакомиться с бытом и жизнью горожан 17 века. На территории Нарвского замка, а именно в северном дворе, работает 5 мастерских – столярная, кузнечная, гончарная, кожевенная и кружевная. Во всех ремесленных мастерских знают и говорят на трех языках – на эстонском, английском и русском.